crazy about it, shut as me. А я сейчас сижу на даче, и у меня здесь бинокль появился. Вот. Мне один чел с нашей фирмы подарил его. Ну, он перевозку делал. Там люди выбрасывали вещи, выбрасывали вот такой вот бинокль. Ну, видите, чехольчик такой порванный здесь, видите? И эта штука тоже порвана. Бинокль Дюк. Дюк. Вот. Вот такой вот. Не знаю даже чьё-то производство. Ну вот, еще не разбирался. Просто вы хотите, чтобы я всякие обзорчики вам делал? Вот. Я решил сделать такой вам обзорчик. Дюк. High quality. Quartet Lens. Ну это я по-гислянски. Вот, с гислянским произношением. Вот. 7 Хо 50. Field 710 Азимут. Вот, не знаю, что производство. Но ничего так. Ничего так. Такой симпатичный. Симпатичный. Вот, бинокль такой. Вот. Когда у меня будет моя страна Гисляндия. У меня тоже. Ой. А он, оказывается, еще покоцанный слегка. Когда у меня будет моя страна Гисляндия, у меня тоже дозорные будут с биноклями ходить. Вот. Видали какой бинокль? Я сижу с этим бинокликом и наблюдаю. Вот там, видите, на даче море вдалеке. Вон там море, да? Ну, здесь еще неудобная позиция. Я слегка левее беру, и там лучше море видно. Вот в этот биноклик, да, вот так вот, лицезрею море. Опа! Опа, ни хрена себе, смотрите! А смотрите, как я придумал! Вообще жесть! Класс! Вообще жесть! О, ну вот биноклик. А Юлечка тут еще виноградик посадила. Вот. Виноград скоро вырастет. Мы будем делать из винограда сок. Виноградный сок. Да-да, не удивляйтесь. Вот. Ну, в общем, как-то вот так вот, чуваки. Вот такой вот биноклик. This is Elon Musk. This is Elon Musk.